Севастопольские пожарные эвакуировали из горящего жилого дома на улице генерала Хрюкина 17 человек и их домашних питомцев. Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства, 25 сентября около 15 часов в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России поступила информация о черном дыме из окна многоэтажного здания. К месту происшествия выдвинулись два отделения и автолестница первой пожарно-спасательной части, одно отделение второй пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Специалисты МЧС выяснили, что горит квартира на 6-м этаже, подъезд сильно задымлен. Применив аппараты защиты органов дыхания и зрения, огнеборцы вошли в здание и подали ствол на тушение. Одновременно с этим началась эвакуация жильцов соседних квартир, многие из которых выходили на свежий воздух со своими собаками и кошками. Пламя было локализовано в кратчайший срок. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Полностью пожар был потушен в 16 часов 5 минут. Всего в его ликвидации были задействованы 15 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.